Мы будем разрабатывать Android-приложение по доставке еды. Работа любого разработчика начинается всегда с анализа рынка. Я проанализировал Android-приложение Додо Пицца, Бургер Кинг и KFC. Я взял лучшие из этих приложений за образец, как платформу для построения макета нашего приложения. Сначала давайте разберемся с цветовыми схемами. Современные Android-приложения при выборе цветовой политики должны уже использовать индивидуальный подход каждому пользователю. О чем я говорю? Компания Google вкладывает в развитие технологий и повышение в качество мобильных приложений огромные средства и силы. Android как платформа предоставляет возможность выбора цветовой политики прямо на своих смартфонах, то есть пользователь из личных предпочтений после активации своего гаджета выбирает, какие цвета он хочет использовать, светлую тему или темную тему. Например, я лично использую темную тему оформления. Мы как разработчики должны также подбирать свои цветовые схемы, исходя из желания пользователей. Поэтому в нашем приложении мы будем при светлой теме использовать, например, белый фон, некоторые вставки черного цвета, и в качестве элементов с акцентом я предлагаю использовать темно-синий или красный цвета. Для темной темы мы будем делать наоборот, темный фон, белые вставки, и в качестве цвета для акцента я предлагаю использовать оранжевый цвет, либо вообще все можно сделать в черно-белых тонах. Теперь по поводу иконок и изображений. Иконки мы по максимуму будем стремиться использовать из библиотеки Android в Android Studio. Но также мы будем использовать сторонние сервисы. Ссылка на них будет под видео. Там же мы будем брать и изображения. Кроме того, я предлагаю изображение делать в мультяшном стиле, в таком арт-варианте, что придаст нашему приложению свою изюминку и креативность. С дизайном мы разобрались, теперь поговорим о макете и технологиях, которые будем использовать. В Activity мы установим снизу виджет из библиотеки Material Design Bottom Navigation. Сверху экрана установим Top Up Bar. Вообще в целом мы будем наполнять наш интерфейс приложения виджетами из концепции Material Design. У нас будут 4 вкладки на Bottom Navigation: меню, профиль клиента, ресторан и корзина. По факту разработки мы будем дополнять макет новыми элементами, но вкратце, если говорить, то в разделе меню у нас будут представлены наши блюда с разбивкой по категориям. При тапе по блюду мы будем отображать карточку в Bottom Sheet диалог фрагмент, а в профиле мы сделаем личный кабинет пользователя. В контактах разместим информацию о нашем ресторане, ну и в корзине реализуем функционал заказа. Также мы можем реализовать чат в приложении и выбор точки доставки на карте, или можно реализовать выбор ресторана на карте для самовывоза заказа. Вот так, если вкратце, будет выглядеть наш макет. Теперь давайте остановимся на технологиях, которые мы будем использовать при разработке нашего приложения. Во-первых, мы будем получать информацию о меню ресторана с сервера. На сервере данные будут храниться в базе данных MySQL. Затем с помощью Retrofit мы будем получать эти данные и записывать в локальную базу данных, то есть в базу данных на устройстве. В качестве локальной базы данных мы будем использовать Room. В качестве архитектуры я буду использовать MVVM. Естественно, мы будем использовать корутины для многопоточного программирования. В качестве инъекции зависимости я буду использовать Coin. Вкратце по технологиям это все. Давайте приступим к разработке и для начала создадим наш проект. Давайте создадим проект нашего приложения. Я запустил Android Studio и кликаю «Создать новый проект». Выбираю пустой проект. Next. Я должен ввести название нашего приложения. Uncle Henry. У нас будет базовая 5-я версия. Под нее это максимальное количество смартфонов получается. Ну да, 5-я это оптимально. И кликаю финиш. Да, я оставил Kotlin язык, естественно. Теперь у нас начинается собираться наш проект. Формироваться, так скажем, базовые параметры. Так, наш проект сформировался, теперь первое, что нам нужно сделать, это добавить зависимости. То есть нам нужно подключить все необходимые библиотеки. Идем в Gradle. Давайте откроем Build Gradle Application. И давайте подключим все необходимые библиотеки. Весь код по подключению сторонних библиотек вы найдете под видео. Также под видео вы найдете ссылки на актуальные версии библиотек, которые мы будем сейчас подключать. Итак, давайте начнем, наверное, с дата байдинга.
Для подключения датабандинга мы вот сюда вставляем код с датабандингом. Также он будет у вас в инструкции под видео, чтобы вы не вводили с самого начала вручную это все. Теперь давайте займемся сначала подключением Material Design. Для подключения Material Design мы здесь в Dependencies создаем переменную, назову ее MD, используя оператор присваивания, и в кавычках мы должны указать актуальную версию Material Design. Я перехожу на сайт с актуальными версиями, как мы видим, с февраля 2021 года в действие вступила новая версия 1.3.0. Мы ее и будем использовать. Все, что нужно сделать, это здесь ввести 1.3.0. Теперь здесь, после основных зависимостей, я делаю пространство, то есть спускаюсь чуть ниже и вставляю команду по установке данной библиотеки для нашего проекта. Все. То есть мы устанавливаем зависимость, и в качестве переменной я указываю вот эту мною созданную переменную, в которой уже содержится актуальная версия. Мы будем создавать наше приложение по паттерну MVVM, поэтому нам нужно подключить ViewModel, LiveData и все, что связано с лайфциклом. Для этого мы идем на специальный сайт и видим актуальную версию. Давайте копируем. Для того, чтобы не вводить, мы просто копируем актуальные версии и спускаемся сюда чуть ниже и вставляем. Далее. Нам нужно теперь подключить и ViewModel, и LiveData, и все, что связано с лайфциклом. Поэтому мы должны с вами ставить код подключения. Спускаемся чуть ниже подключения Material Design и вставляем код подключения. И этот код будет также доступен вам в инструкции под видео. Теперь нам нужно подключить локальную базу данных, которая будет у нас находиться на устройстве. Которая будет находиться на устройстве у пользователя в их смартфонах. Это база данных Room. Спускаемся чуть ниже, где мы подключали переменные с текущими версиями, с актуальными. И создаем вот такую переменную Room Version. Теперь давайте посмотрим актуальную версию Room. Актуальная версия Room 2.2.6. То есть я сюда ввожу 2.2.6. После этого мы еще чуть ниже спускаемся и вставляем подключение базы данных Room. Вставили. Мы также будем использовать базу данных на сервере. Для того, чтобы получать данные сервера, мы будем использовать фреймворк Retrofit. И теперь давайте добавим интеграцию с этой библиотекой. Сначала мы создаем переменную с номером версии библиотеки Retrofit. Давайте зайдем на сайт и посмотрим текущую версию. Значит, мы зайдем сейчас, это на GitHub. Текущая версия у нас 2.9.0. Вот, 2.9.0. Теперь давайте спустимся вниз и добавим интеграцию с Retrofit. Готово. Теперь мы также будем использовать многопоточное программирование, поэтому нам нужны корутины. Давайте создадим переменную с версией, с текущей версией библиотеки корутины. Идем на сайт, опять же это GitHub, и смотрим, что текущая версия сейчас 1.4.0. Спускаемся вниз и подключаем корутины. В качестве инъекции зависимости мы будем использовать библиотеку Coin. Создаем переменную с текущей версией этой библиотеки. Перед так мы переходим на GitHub Coin и смотрим, что текущая версия 2.2.2 это стабильная версия, но есть еще нестабильная, которая, я так понимаю, сейчас тестируется еще. Ну давайте использовать стабильную версию 2.2.2. Она вот у нас указана. Теперь спускаемся вниз и подключаем эту библиотеку. Также мы будем работать с изображениями, поэтому нам нужна библиотека Picasso. Мы создали переменную с ее текущей версией. Давайте перейдем на сайт Picasso и удостоверимся, что мы правильно поставили текущую версию. Да, все верно. И теперь давайте добавим эту библиотеку в наш проект. Вот, пожалуйста. Также мы будем использовать в нашем проекте различные аннотации при работе с библиотеками, которые мы подключили. И для этого используется плагин Kept. Нам нужно добавить его в наш проект. Для этого мы вот сюда поднялись наверх, где подключаются все плагины, и добавляем подключение плагина. Пожалуйста. Так, еще раз просматриваем.
рассматриваем. Ну, если что-то нужно будет еще подключить по ходу создания приложения, мы это все сделаем. И теперь вот сюда нужно кликнуть по ссылке «Синхронизировать». Итак, у нас все удачно синхронизировалось. Теперь нужно сделать еще кое-что. Мы должны зайти в манифест и добавить вот сюда, перед Applications, разрешение на работу с интернетом. Так как мы будем получать наши данные с блюдами, ну, все характеристики, будем получать всю информацию с сервера, то ну, нам нужно, чтобы наше приложение работало с интернетом. Вот. И в последней версии Android есть некая такая заковырка. Если не указать одно свойство, то наше приложение не сможет получать данные через Retrofit. Для того, чтобы мы все великолепно получали, нам нужно в Application вот здесь чуть-чуть спуститься и в качестве последнего атрибута указать вот этот атрибут, который позволит в последних версиях Android получать данные сервера через Retrofit без всяких проблем. Так, манифест закрываем, Build Gradle закрываем. Итак, все необходимые библиотеки мы подключили, в манифесте все добавили. Теперь настала пора поговорить о стилях. Раньше, если вы использовали не последнюю версию Android Studio, то в папочке Values у вас был файл стили, в котором мы могли задавать стили для нашего мобильного приложения. То есть, если вы установите последнюю версию, то вы обнаружите, что этого файла нет. Вместо этого файла есть папочка Themes. Давайте кликнем по иконке, открывающей папку, и мы увидим два файла. Файл Themes отвечает за белый стиль темы, файл Themes с припиской Night за темную версию темы. И здесь нам нужно просто подредактировать наши цвета. Давайте сделаем верхнюю панельку, панелька, где отображается уровень заряда батареи, уровень сигнала, вот самую верхнюю черным цветом для обоих тем. За это отвечает цвет Primary Variant, то есть за фон этого цвета. То есть мы меняем не вот этот сам тег, мы его оставляем без изменений, потому что по нему мы будем связываться с цветами, которые с маркировками цветов, которые уже содержатся в папке Colors, да? То есть вы подключаете здесь нормальные цвета, и в стилях, то есть уже в файле Themes мы меняем значение наших атрибутов. За верхнюю панель, за фон верхней панели отвечает цвет Color Primary Variant. Здесь мы должны вставить цвет черный, то есть color black, вставляем черный цвет, тег color on primary отвечает за фон, мы оставляем белым на светлой теме. Теперь переходим в темную тему, здесь также мы подсоединяем этот цвет верхней панели черным, а как вы видите, фон здесь по автоматам уже установлен на черный, что нас вполне устраивает. Кроме того, по умолчанию в стилях уже содержится материал компонент, да, то есть стили из библиотеки Material Design, но мы хотим сделать без классического action bar, поэтому мы здесь меняем Dark Actions Bar на No Actions Bar. И здесь также No Actions Bar. Вот так. В принципе, по начальным настройкам стиля это все. Я подсоединил свой смартфон, и сейчас мы соберем проект. Я запустил наше разрабатываемое мобильное приложение, и как я говорил раньше, я люблю темную тему оформления, и вот при темной теме оформления верхняя панель темная, фон темный. Теперь я меняю свою тему на смартфоне на белую, и посмотрите, у меня верхняя панель черная, а фон стал белым. Все так, как мы и настраивали. Этот инструмент стал очень полезным в арсенале Android разработчика, который позволяет индивидуально подходить по дизайну каждому пользователю. Все предварительные настройки мы с вами завершили, теперь необходимо перейти непосредственно к разработке нашего мобильного приложения.